Ну, в студии было очень много интересных моментов. К примеру, когда мы играли или проводили репетицию как раз. Мне понравилось совершенно все за этот учебный год. Учителя, они дают нам надежду в будущее, что мы можем стать настоящими профессиональными актерами. И нас иногда, можно сказать, балуют, что мы играем, мы получаем большое удовольствие.